Проблема загрязнения окружающей среды пластиком решается лучше всего благодаря его вторичной переработке. Современные мусоросжигательные заводы также помогают в этом вопросе. В любом случае, для переработки пластиковых отходов необходимо организовать их сбор. В Славянском районе это уже сделано. В нашем муниципалитете идет планомерная работа по улучшению организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Раздельный сбор мусора – это одно из важнейших направлений процесса. Благодаря участию Славянского района в национальном проекте «Экология» совместно с региональным проектом «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» были получены средства из федерального и краевого бюджетов, что дало возможность приобрести 134 специальных контейнера для сбора пластика. Это позволило Славянскому городскому поселению приобрести 84 контейнера, Анастасиевскому поселению 3, Ачуевскому сельскому поселению установить 6 контейнеров для раздельного сбора мусора. И также во всех поселениях всего Славянского района. Славянцы смогут выбрасывать в эти видные издалека желтые контейнеры различную тару от воды и напитков, бытовой химии и косметики, также пластиковые пакеты. Внедрение раздельного сбора в конечном итоге позволит сокращать полигонные захоронения мусора и увеличить объект переработки вторичного сырья в полезную для всех продукцию. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».